А он автоматически отправляется вниз, этот грузовой? Грузовой, да. Давай поедем на эту. Давай, может сразу его остановить. А тут он на пассажирских. Вот это повезло. Угу. О, здесь кнопка вентилятора даже где. Только вместо нее болт станет. Это четвертый год. А тот, что заменил, может, развандалились? Этот лифт. Да хрен знает, просто сломался. Вот тут соседний маленький лифт, он так рычит, ужас. А Геотис? Ну, типа Отис, да. Кабина, там только кабина отисовская, и все. Сейчас проверим. Тут, по-моему, 1.4. Мне кажется, да. Судя по всему. Хотя нет, что-то, мне кажется, один. Мне кажется, один. Судя по всему. Не похоже, что на 1.4. Хотя, может, 1.4. Ну, мне кажется, один, походу. Мы столько так долго добирались всего. А, ну да, и лифт так спокойно тормозил. Ага. А здесь можно через балкон пройти? Ну как, давай, может, не знаю, ты знаешь, как резко дернется. Сейчас, тихо. Ого. Обалдеть. Ну да, кабина отисовская. Не, значит, надо тут лебедку менять, судя по всему, то, что рычит, это ненормально. Стремновато на нем ездить. Ну, здесь, по-моему, 1.4. Нет, тут 1.6 точно. Я даже засекал. Да, ну начать его ждем. Сейчас так резко подбросит, когда он остановится. Сейчас на видео попробую. Как это запечатлеть. Ого. Я ж вызвал. Глаза так и стоит.
Давай обратно расставим. Ну хоть 15 встретил, а то я чуть в Москве вообще давно не видел 15. Угу. Нам уже вообще все равно перестали приходить. А не была, Отец не была, еще с 14 года перестали выпускать. Нева и Отец тоже, это одно и то же. Ну да, я знаю. Ну, кстати, светильник вот этот как бы не оригинальный. С таким светильником я не видел еще. Не, мне кажется, здесь тоже 1,6. Не, мне кажется, 1,6, не 2 точно. Ну это хоть получше. Угу. Не так резко стартует, тормозит. Тут вообще ужас. Ну мало того, что рычит еще как зверь. Угу. Еще резко стартует, тормозит. Серьезно, вот из всех лифтов, на которых я вообще ездил, ты самый громкий. Ну, знаешь, советские, да, были всегда громкие. Даже не советские, 94-й год уже. Это КПшку построили в 94-м, что ли, году? Угу. Понятно. Как и все соседние. Понятно все. Сейчас дайте еще свою кабину. Дайте только скат. Понятно. Угу. Ну ладно, пошли.